Здравствуйте, дорогие зрители! Канал «Тайный шоу-бизнес» расскажет вам о последних новостях и сплетнях звезд. А также о мире отечественного шоу-бизнеса, который сейчас переживает трудные времена, ужасные потери. Нам всем тяжело осознавать, что уходят люди той советской школы, на которой мы все выросли. Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Специалисты Синайского медицинского центра в США раскрыли, какое влияние на организм оказывает бессимптомная или легкая форма коронавируса. Было установлено, что мягкий, тип COVID-19 может вызвать долгий иммунный ответ, который направлен против тканей и органов самого организма. Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал. В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Of Translational Medicine, приняли участие 177 человек, переболевших коронавирусом. Специалисты сравнили образцы крови этих людей с теми образцами, что были взяты у здоровых людей до пандемии. Оказалось, что первая группа имеет повышенный уровень аутоантител, которые обычно обнаруживаются у людей с хроническими аутоиммунными заболеваниями, например, с волчанкой или ревматоидным артритом. Ранее назывались четыре главных причины быстрого исчезновения антител к коронавирусу. Спасибо за просмотр! Поделитесь своим мнением в комментариях, поддержите звезд, поставьте лайк и подпишитесь на канал.